Всем приветики. Ну что, в общем, уехали от меня и боковые мои соседи где-то недели две назад. И пока что туда еще никто не заехал. То есть там вот вообще никого. Вот. Видимо, достали их колонки. Ну, если постоянно тут за стенкой барабанят басы, это жестко. Зимой получается, там у них зал. Там у них одна спальня. Там у них вторая, и там где-то кухня. Короче, у них, где бы они ни находились, в зале, там в одной спальне, во второй, будет жестко басы слышно. И только на кухне более-менее, наверное, потише будет. И то слышно будет. Поэтому находиться, получается, в квартире, у которой угол соприкасается... Короче, у которой вся соприкасается с моим залом, в той квартире вообще жестко. Я бы не хотел бы жить в такой... трёшки, которая соприкасается в двушкой, в зале которого, который граничит со всеми твоими комнатами, постоянно играет басы, это жестко. Я бы не хотел бы в такой трёшке жить, это жестко было бы. Реально. В итоге они где-то месяцев 9 терпели и уехали, надоело им это все. Пока что туда еще никто не заехал. Верхние уже заехали, потише, чем предыдущие, но тоже такие с подвыподвертом. И иногда приходится их воспитывать. Но уже получше хотя бы тем, что у них нет детей. И, ну, уже чутка потише. Но тоже иногда бывает шумят. И тоже мы как бы их... Им тоже включаем ту музыку, то еще то шумы всякие. Вот. Но как дальше будет видно, еще неизвестно, кто туда заедет. Вот, но пока что более-менее нормально, получше, чем было раньше, когда здесь постоянно бегали. Уже никто не бегает. Вот. Такие дела. Как-то так. На этом все. Всем покедово.